Считанные дни остаются до завершения конкурса «Выпускники 2015». Две недели жители Зареченова выбирали самых красивых, стильных и обаятельных участников. Голосовали в сети интернет. 13 июля в 10 часов голосование будет остановлено. Шанс повлиять на исход конкурса еще есть. Необходимо зайти на портал городз.инфо, используя свой аккаунт в одной из социальных сетей. Это ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Отдать свой голос можно абсолютно за всех конкурсантов, но только один раз. Важная информация. Проголосовать за участников конкурса могут не более 10% людей, которые проживают не на территории Пензенской области. При подведении итогов конкурса все голоса свыше этих 10% будут удалены. Жесткие условия голосования и фильтрация вводятся для обеспечения максимальной беспристрастности. Как правило, накручивают голоса за счет фальшивых аккаунтов, не принадлежащих реальным людям. Такие сетевые мертвые души обычно зарегистрированы в других регионах. Но повлиять на результаты конкурса «Выпускники 2015» они не смогут. По итогам конкурса будут определены три победителя – две девушки и один юноша. Мальчика и девочку мы выберем путем интернет-голосования. В понедельник в 10 часов оно закончится. И уже мы, редакция утреннего канала, будем знать, кто победитель, а зрители узнают об этом во вторник. И еще одну девушку выберут члены жюри. Голосование жюри тоже уже идет. Известные зареченцы и спонсоры конкурса приходят в телерадиокомпанию «Заречный» и делают свой нелегкий выбор. Праздник замечательный. Побольше бы таких праздников в Заречном. Все конкурсанты выступили достойно. Победителя выбрать очень сложно. Все они очень необыкновенные, очень красивые, изящные. А какое дефиле прекрасное, великолепное. Ну, конечно же, хочется отметить ту единственную, которую мне больше всего понравилась. Хотите узнать, за кого отдали свои голоса члены жюри и увидеть самых красивых выпускников 2015 года? Смотрите 14 июля программу «Доброе утро, Заречный» на нашем канале. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Игорь Войдаков, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».